Удаленные сцены, серия «Дом», сцена 19. Сказать по правде, он совсем сдвинулся. Мне пришлось вызвать социальную службу. С чего вдруг? Он продал свою долю в мастерской и купил оружие. Сказал, что его семья в опасности. Ну вот, а потом вообще забрал мальчишек и уехал в неизвестном направлении. Больше вы его не видели? Нет. Но знаете, время от времени я о нем вспоминаю. Надеюсь, у него все хорошо. А может, он вовсе не сошел с ума? И вам стоило поддержать друга. Большое спасибо, вы нам очень помогли. Всего доброго. Удаленные сцены, серия «Дом», сцена 23. Послушайте, мне ужасно жаль, что он потерял руку. Но как я могу за это отвечать? У меня нет средств на адвоката. Ладно, я вам перезвоню. Ричи, мамочка сейчас вернется. Ладно? Ага. Вот и хорошо. Удаленные сцены, серия «Пугало», сцена 24. Проездом здесь. Мы остановились заправиться, а парень на заправке спас нам жизнь. Вот как? У нас подтекал тормозной шланг, а мы не знали. Взялся починить. Бывает же. Добрый самаритянин. Да, точно. И когда будет готово? К закату. Правда? Так долго? Я в машинах разбираюсь. Починю вам его за час, денег не возьму. Спасибо, конечно, но пусть лучше машину чинит мастер. Ну да, конечно. Только учтите, эти дороги ночью небезопасны. Что, простите? Знаю, звучит странно, но вам, возможно, грозит опасность. А можно нам спокойно поесть? Да. А моему брату стоило бы только посмотреть на вас щенячьим взглядом, да сказать пару слов. Спасибо, что зашли, шериф. Можно тебя на пару слов? У меня и так день не задался. Вот и не усугубляй. Ну ладно. На тебя жалуются, сынок. И на что? Нарушаешь покой, выдаешь себя за других. Ясно. И вы хотите, чтобы я покинул город? Верно. А если я не хочу? Удаленные сцены, серии «Вера», сцены 7 и 8. Подойди сюда. Дурдом. Добрый день. Да. Готов? Вы только не обижайтесь, но я не очень-то верю. Поверишь, сынок. Поверишь. Помолимся, друзья.
Мистер Пол? Помоги мне, помоги! Сэр? Ты его видишь? Нет, нет, нет! Вот так. Вот так. Вот так. Мистер Поло, прошу, успокойтесь. Дин! Ты живой? Дин, эй! Что с тобой? Скажи что-нибудь!